земля, а лото в белоснежном колпаке скалы к небу прикоснулись вдалеке. На дорогу выхожу, рассвет встречает, песни горные и хребты хочу обнять. Ты великая кыргызская земля, ясноликая кыргызская земля. До свидания. Я порешил следующую задачу. Задача геометрическая. Нам известно, что ширина прямоугольника 14 сантиметров, а периметр прямоугольника 68 сантиметров. Нам неизвестна длина прямоугольника. Чтобы найти длину прямоугольника, мы периметр разделяем на 2 и вычитаем ширину прямоугольника. И нам известно, что периметр прямоугольника 68 сантиметров. Значит, 68 разделяем на 2, это будет 34. И нам ширина прямоугольника 14 сантиметров. И 34 отнимаем 14, это будет 20. Я так нашел длину прямоугольника. Ответ А равно 20 сантиметров. Урок физкультуры. Пробежка на 10 минут. Нам по-русскому задали упражнение 220, где надо списать, вставляя сочетание ЧК, ЧН, ЩН, которое я сделала в тетради. И также повторить правило сочетание ЩН, ЧК, ЧН с мягким знаком не пишется. Здравствуйте, Рахат Имановна, я выучила стих «Плим». Ложка – это ложка, ложкой суп едят. Кошка – это кошка, у кошки 7 котят. Рядов по 8 берез, да, правильно. Второе. 7 рядов. Ага. По 9 кленов, да? Дорогу, девчонки, дорогу, мальчишки. Лесенки знаний, шумкайте смелей. Здравствуйте, я сейчас буду делать русский язык. Я выполняю домашнее задание по русскому языку. Решение. Чему равна длина одной части? 2 сантиметра. 2 сантиметра. А сколько раз по 2 сантиметра отмерили? 6 раз. Конечно. Зайка принес огромный букет цветов, 22 розы в одном щупальце и по 12 роз в 4 других щупальцах. Алиса поставила все цветы поровну в 10 ваз. Сколько роз поставила Алиса в каждую вазу? Значит, 12 умножаем на 4. Это будет 48. 48 плюс 22 равно 70. Значит, 70 делим на 10 равно 7. Учитель скидывает домашнее задание, которое мы должны выполнить до определенного срока. После этого мы отправляем домашнее задание, учитель поставит оценку. Какой ответ? Щи. Форкунгея, множество рек. С гор Тиская, множество рек. Лисыкуля. А сейчас делаю диктант. Диктант номер 6. Конец октября. Победили, если... Ну что делаем? Сейчас ты будешь делать. Мы находим с Казума и подъезжаем. Угу. Конец октября. Победили лесные поляны. Что подъели? Полянки и тропинки. Полянки и тропинки что делали? Побелели. Ален, бүгін болсо, біз Чыңғыз Айтматовтың Шипалақ бала жомогун окуйбуз. Туурабы, канат, сен окуганды билесиң бе? Ооба. Анан Чыңғыз кандай окуйт, азыр көрөбүз. Биринчи. Бараки. А теперь мы проверим твои знания. Какую букву Драгунский назвал заколдованной? Букву Ш. Кто был под шляпой в рассказе Носова «Живая шляпа»? Котенок.
Какую известную сказку переводил Захадер? Винни-Пух и все-все-все. Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется. Ну что, медведь, говорит тебе на ухо? А я ведь всем...